Привет, дорогие друзья! А зачем ты стену сломал, скажи мне, Май, пожалуйста? я ее сейчас построю, потому что эта серия Как будет... поздоровался эмоционально с вами, что стену снес? Да, прикиньте, насколько я вас люблю, аж стены ломаю, мо. От любви, От любви. которая прет из всех щелей, похоже. Мо! Вообще, дорогие друзья, в этой серии мы будем обустраивать город. Как вы поняли, по названию, короче, серии называется «Режим Бога». Мы будем улучшать наш город. Вы сказали, что город нравится, но он не закончен до конца, и это Так, правда. Да, мо? так. Я тут вожу, погоди, гейм-мод. Полетела! Я У! успела! Успела. Короче, дорогие друзья, ставьте прямо сейчас лайк, потому что серия будет нереально крутая. Вы все ждали про город, чтобы мы его улучшили, чтобы мы его доделали. И я это сделал. Поэтому лайк, подписка. Комментосик, лайкосик. и вопросик дня. И вопрос. Ваш город, в котором вы живете, если ваш город совпадет с нашим, мы его Мы лайкнем. ставим лайк. Да, Да. поэтому и так мы как бы расшифруемся. А может и не ставим, не знаю. А может и не лайк, а может и лайкнем, а может вообще коммент под вашим комментом напишем. Мы не знаем Да, да, пока да. что, что нам в Короче, голову взбредет. да, короче, пишите ваш город, это очень важно, в каком вы живете. Ну а мы, короче, короче, мог, кстати, один подписчик вас создал город. Май, лети сюда, сейчас вообще офигеешь. Вот так, Так, давай, так, давай-ка. вот так, давай встанем. Прикиньте, он смотрел наши серии, у вас... Запомним вот этот кран, видишь, да, кран, вот. Так. Вот этот домик, вот, видишь вот эту мобашню, вот эту вот башню? Вот, высокая. Вижу. Все вижу, вижу. Вот, теперь отлетаем вот так вот подальше, отлетаем. И на вот этом расстоянии мы замираем. Сейчас я включу видео подписчика. Он смотрел наши видео. А вот еще вот эту деревню, а вот, видишь, То эту есть он деревню. по нашим видосам По сделал? нашим видосам. А вот, смотри, вот этот, да, вот здесь Гога, здесь эти здания, дома. Обалдеть. И, Давай посмотрим. давай, давай. Интересно. Мне очень интересно. Так, все, смотри, я сейчас вот так, все. Я встал на этом месте, сейчас будем смотреть. Мас, смотри, смотри, он башню вот эту построил. Смотри, вот это здание, вот где мы живем, кран. О, смотри, ладно, он показывает. Смотри, он А сейчас он, прыгает. получается, строил, он не на компьютере, это На планшете или Майнкрафт, да, что-то, Майнкрафт. телефон? Смотри, кран вот этот возвел, смотри. Вот эти дороги. Вот, здесь, типа, вот магазинчик вот этот сделал. Эту Очень башню, похоже, очень да. похоже. Офигеть, смотри, Прям. дорога двухъярусная. Смотрите, это вообще похоже очень. Очень Это же мы похоже. все сами делали, Все он не мог сами, это да. просто взять, Ма, нет, придумать. он реально это на Майнкрафт поезд. Дрима. Офигеть, короче. Смотри, вот наш, типа, этот дом, эти двери, он прям... Ну, типа, не те немного пропорции, он плиты Да, вот забыл. смотрите, у него в сумке, в рюкзаке у него всякие детальки. Да. Офигеть, Отлично ма. строил. Лестницу, правда, надо поставить. Да, но все равно, ма, насколько... Вот этот момент, вот где он летит. Смотри, вот это Вот тут вообще реально механик. похоже Вот здесь очень. очень похоже. Вот здесь, смотри, вот этот И магазинчик. это, да, ну вот смотрите, если прям Бассейн, присматриваться, да. конечно, видно немножко разницу, но если просто так посмотреть, как Ну будто это мы в нашем городе вообще, летаем. да. Офигеть, да? Мне очень Прикольно. понравилось. Вообще офигеть. Так, ладно, перемещай Ну, туда же город. по видео офигеть. По видео, мол. Это очень сложно, друзья, по видео рассчитать. Прикинь, насколько фанат. Друзья, будьте такими фанатами у вас. Да смотри, лаву вот это ты сейчас я перемотаю. Лаву, да, вот эти четыре дырки наши, в которые мы ведра Офигеть. скидываем. Да, вот просто, смотри, насколько мелочи сделал, вообще. Офигеть, Прикол. да. И когда, вот это то, смотри, люк даже не забыл, где это проходит. Офигеть. Прикол. Вот та, смотри, лавочка мороженого, тут это вот лавка Гоги, ну она у нас оранжевая, у нее Не, ну красная. Паркур, молодец. паркур. Там вот домики жителей, смотри. Я даже Офигеть. не знаю, сколько он времени на это потратил. Мы-то так строили, как бы, в ходе наших Мамы, видео. год строили мы. Год, ладно. Ладно, мам, все, давай, перемещай на нашего. Смотри, да? Смотри, я Ну, теперь... похоже, да. У меня прорисовка сейчас, конечно, небольшая стоит, потому что у меня компьютер... Калькулятор. Ну, почти калькулятор. Чуть получше, Ма, ну все, полетели, я сейчас расскажу. Короче, друзья, у меня какая задумка. Я ее уже Так. реализовал, сейчас я просто запущу следующую карту, где я 6 часов возводил, Ма, 6 часов. 6 часов возводил. Кстати, ребятушки, такой небольшой брос. Женя кое-что монтировал для вас 6 часов тоже. Да, влог. Но пока все, пока Да, секрет, пока это секрет. секрет, секретики, рулетики, ребят, И пока мы не можем рассекретить это все. Сейчас я прорисовочку сделаю на 14. Вот, отлично. Итак, Ма, смотрите. У нас вот здесь, значит, смотри, все начинается очень просто. Вот это наше Так. здание. Если, вот мы Да. всегда здесь выезжаем, мы едем, короче, в Макдональдс, на полигон, либо в магазин, да? Вот это главная центральная дорога. Да, Ма? Так. Ну, подожди, главное... А, ну это да, центральная, в И принципе. здесь, короче, у нас вот эта лачуга, и она, смотри, она как бы, Ма, разрушена, да, вся? То есть, Ну да, здесь мы ее моды пропали, раздолбали. да, тут моды Да, пропали. моды пропали. Короче, у меня идея. Вот это ее снести, и здесь будет мега-молл.
Такой большой хочешь поставить? Офигенно, офигенно большой мегамолл. Ну давай. Все, ну, отлично. Слушай, ну, а как идея неплохо. Да. Все равно мы ей не пользуемся этой мы пилогой. Да, здесь рядом деревушка, и здесь пустыня. Представьте, в пустыне мегамолл. Теперь дальше, дальше. Ма, правда, этот магазинчик загнется, потому что это... Подписчики, вы сейчас это все увидите. Это не просто сейчас разговоры, вы прямо сейчас это... Потом далее. Вот здесь, вот эти все дома я хотел снести, и здесь, чтобы началась береговая линия. Но потом я встретил вот эту локацию. Ма, лети сюда. Так, эти дома нельзя трогать, у нас в этих домах все начиналось. Тоже. Да, друзья, и поэтому я это оставил, и типа, снос произошел вот с этой улицы, вот эти дома были снесены. Да, вот эти можно. А вот это, прикиньте, весь сериал этого города начался здесь, ума вот здесь ушла. Как я выходила из этой двери. Ее выгнали из дома. Выгнали из дома, и мы стали бомжами, ребят, кто помнит вообще? Я ее приютил, короче, прикиньте, друзья, прикиньте, с этого места, вот с этого начался весь сериал. Мы начали просто снимать все это, и типа тупо меня просто приютили с улицы. Да-да-да-да. Ма, ну просто представь, ну столько ностальгии, это место, это, знаешь, вот этот квартал тоже потом будет видоизменен. Вон тот квартал, но вот этот квадратик, вот этот чанг. С этого чанка все началось. Мы, кстати, в этом чанке мы очень редко здесь бываем. Ты заметил, что практически очень никогда. Очень никогда. Да. Ну, друзья, представьте, первые серии, это очень ностальгия будет. Вот эти кварталы, давай сейчас пролетим. Вот эти кварталы жилые, они все одинаковые. Они были все снесены. Вот эти все. Так, и ты тут поставил что? Здесь береговая линия и океан, короче. То есть, представьте, идея. То есть, здесь океан, а там горы. И карта получается завершенная. Я хочу, подожди, я прорисовку побольше сделаю. Так, ма, давай. Я сделаю тоже на 14. Я надеюсь, мой калькулятор... Ма, у тебя взорвется. Вау, что-то красиво стало. Теперь мы летим. Представьте, если бы я тот бы квартальчик бы убрал, пропала бы эта высотка. Это же высотка тоже непростая, ма. Ты знаешь, что это за высотка? Вот это? Да. А, которая вот эта вот игла, чёрная. Типа, да? Да, да, это черная. Она же белая, просто в тени. Не знаю, что это такое, башня какая-то. Не-не-не-не, это не то. Вот, где я, тёпайся. Где ты? А, вижу, да, вижу высотку так. Вот, здесь же у нас, короче, пентхаус на последнем этаже. А, у нас тиктокерская тусовка тут собралась, да? Да-да-да-да, смотрите. Блин, тут, короче... на этом доме я уже все позабывала. Прикиньте, друзья. Обалдеть. Так, ну что, теперь... У нас тут два кресла. Вот, теперь что, перемещаемся? Сразу, друзья, я не буду тянуть. Кстати, Колизей тоже остается. Смотрите, Колизей, если бы... А, не, да. Не, Колизей, мы там всех, да, короче, обижаем. Колизей, да, драки остался. Драки проводим. Да, драки, да. Короче, друзья, ну что, мы теперь перемещаемся на теперь новейшую версию карты. Достроенную почти. Погнали. Погнали, смотрите, не втерпешь. Переместились. Ма, пока... Ну, тут все так же, да? Да. Так же пока что. Ма, полетели за мной. Смотрите, мы едем по главной магистрали, там, где должен стоять мегамолл. И ма, он стоит! Подожди, меня назад отбросила, секунду лаганула. Ого! Ману! Смотри, тут дорога совмещается, сюда заезжается, ману. Ну так-то неплохо здесь стоит вообще-то. Ма, он вообще шикарно тут стоит. Ма, заходим в мегамолл. Прудики такие декоративные, прикол. Ману... Лошадь здесь что-то забыла. Ма, смотри, какое мегамолище. Вау, смотрите, ребят. Ну как, ма? Это типа магазин, все. Мы будем заполнять? Ма, мы будем заполнять, да. Ребят, ну что, слабо такой построить? Ма, чуть прорисовку себе уменьшим, а ты лагаешь. Не могу, не хочется все, ну ладно, по чуть-чуть уменьшим. Ма на 8 хотя бы. Так, Сёма, давай. 10. Ма на 8. Не мне, короче. Слышь, ма? Также здесь есть парковочка, смотрите. Мы тут заезжаем такие на бибики. Смотрите, на такие на бибики заезжаем. На тарантайках. Да, здесь есть, короче, верхняя, есть ма подземная, смотри. На подземный, смотри, видишь, такие, типа, эти блоки. Если мы вот сюда зайдем, рычажочек нажмем, они отодвигаются, ма, видишь, задвигаются, мы можем проехать. Автостоянка! Да, и подземная автостоянка, смотрите, в мегамоле. Ну как, ма? Это очень удобно, кстати, если что. Да, это, друзья... Только кто здесь будет парковаться, кроме нас двоих, на тачках не гоняет? Ма, ну кто это будет? Подписчики, походу. Ма, подписчики. Теперь летим дальше. Так. Ма, сейчас мы увидим наш, короче, квартальчик. Где все началось, где мы сейчас только что были. Смотрите, вот этот квартальчик, вот он. Да, вот, получается, здесь мы деремся на ринге, отжимаемся, и у нас тут ЗОЖ полный. Май, теперь смотри, через дорогу у нас тут чисто чил океанище.
Смотрите, у нас это дом Людочки, помните? Вилла Людочки. Ты перенес сюда Людочку? Мада, ну как? Вообще ништяк так-то. Ма, смотри, тут, короче, с дороги мы можем спуститься теперь на береговую линию. Теперь мы в нашем городе можем тут чилить, а здесь просто бескрайний океан. Ману. Обалдеть. А здесь, короче, смотрите, друзья, это будет наша арендованная, короче, вилла. Ма, смотри. Опа, подожди, подожди, подожди. Смотри, Ма, тут, короче, смотрим. Бассейн, тут, короче, зона барбекю, лавочки. Здесь джакузи и личный маленький пруд, Ма. Я сейчас умру, походу. Офигенно круто. Вообще, прикольно. Друзья, это пасхалка. Запомните это место навсегда. И это здесь мы зайдем внутрь. Здесь, короче, вот такая огромная зона. Здесь мы будем в карты играть, челленджи проходить. Откуси или лизни, или ничего. Здесь, короче, друзья, тоже такая неплохая чил-зона. И даже есть второй этаж. Так, а что там второй этаж? Есть комнаты? Сколько комнат? Мат, кровать на троих. Чё, одна, в смысле? На троих, ма. Ты чё, обалдел? Так, всё. Я не согласна, я полностью... Так, короче, теперь, друзья, здесь, ну вот так, смотри, ма, тут и маяк, короче, и пещера есть, смотри, ма, для всяких, не знаю, челленджей. Пещеры я люблю. Правда, не хожу в них, ребята, мне школа старовольная. Ма, тут покажем тебе темный туннель, короче. Я вау, как бы спец. Какой глубокий туннель, иди посмотри. Ма, я знаю. Так, я это строил, такая, ма, иди посмотри. Очень глубокий. Ладно, да. Так. Я таких дыр еще не видела, ребят. Потом, значит, смотрите, вот здесь у нас будет, смотрите, здесь идет прям под виллой подземная дорога, и она, смотрите, потом будет продолжаться прям под всем городом и вести, короче, под город. То есть здесь будет скоростная подземная магистраль. О, вот это круто. Вот это, кстати, очень удобно, мы можем наконец-то намещаться. А чё овса забыла на... Мана решила тут постоять. Ну как? Ну, слушай, ну мне очень понравилось, в принципе, все, что здесь отстроено. Ма, особенно, ты... знаешь, что мне понравилось? Но. Мне понравился этот пляж. То, что здесь можно наконец-то тусоваться. Да. И не ходить далеко, ребят. А знаете, мы на этот пляж так-то далеко ходили. Ма, иди сюда, это еще не все же, еще иди обратно. Еще что-то? Ну, конечно, тут еще, смотрите, есть огромный отель, в который можно заселиться. Ма, посмотри, какое отель еще просто. Прямо на берегу этого. Ма, иди сюда. Ма, ты где? Все, походу, нам гостей придется приглашать. Ма, придет. А, вот ты где. Ма, смотрите, заходим, просто гигантский отель. Тут ресепшн, тут алмазы, все дорого-богато. Ма, ну, ё-моё. Столики. Приколдесно. Ма, столики для ресторана. Тут, короче, все это будет населено жителями. Это я сделаю, короче, прикиньте. Тут новые будут квестовые системы, новое все, тут этажи. Ма, ну как. Ты глянь, какие хоромы. Ма, тут это... Только что-то я кровати не вижу, погоди. В другом, наверное, месте, в каком-то. Ма там, да. Ма, назовем его, раз это все это Атлантида, ма, он будет называться Атлантис, короче. Атлантис? Атлантида, где тут Атлантида? Ма, вот здесь. Короче, теперь дальше, ма, смотри, тут береговой пляж, тут будет пасхалка, ма. Смотри, там катерок, ма, стоит. Да ладно, серьезно? Ма, смотри, катерок. Ну все. Кайфую. Теперь смотрите, вот сюда, если прилететь, сюда прилететь, ма, тут есть пасхалки. Так, погоди. Сейчас посмотрим, что за пасхалки. Мне само интересно. Добро пожаловать в Project Beach Town Bro. Подпишись на канал на ютубе и ставь лайк. Евген Бро, автор карты. Ма, ну как? Project Beach Town Bro. Ма, ну как? А, кстати, смотрите, есть тоже еще прикольно. А вот это здание у нас арендованное, где будет вилла. Ма, смотри, как называется пафосно. Ну-ка, ну-ка. Ма. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Авеню Майами 13? Ма, да, это круто, ма, Авеню Майами. Ма, ну как? 13, почему 13? Ма, любимое мое число. А давай сделай 13-27. Ма. Так, сейчас тогда назовем. Давай. Ма, я пишу. Так, вот, смотрите. О, круто, о, да? Вот это ничёшно. Ну, друзья, смотрите. Я, короче, смотрите, в планах дальше, короче, если вам понравится. Ма, ну смотри, как береговая линия очень хорошо смотрится. Не, ну вообще кайф. Она здесь прям как будто бы вписалась. Она просто... Смотрите, я здесь еще выложил, смотрите, микро вот такими плитами все, Ма, смотри. Вижу. А вот здесь еще не выложил, здесь я найму микро Петровича, и они до конца доложат все.
Да, здесь надо доложить, и вот здесь... А подожди, а что лестница в никуда? Вот здесь надо исправить, сделать лестницу. Тут я еще, здесь вот я еще, да, тут я еще все подправлю. Ма, тут еще будет подправлено. Все, да. Ништяк тогда, отлично. Ма, смотрите. Привязалось какой-то слово, ребят, ништяк. У вас когда-нибудь привязывалось слово? Ма, смотри, как уже сделал. Чуть не поняла прикола. Ману. Это типа ты идешь такой, да, по тротуарчику, и ты спускаешься вниз и поднимаешься на дорогу. Ну да. Май так сойдет. Так сойдет. Нормально, нормально. Но я или тут перестроюсь, ребят. Короче. Я просто думала, будет спуск такой вилок. Ну а. Ману, у кого вилла круче, у Людки или у нас? Мне кажется, у нас. Слушай, ну они обе прикольные, но у нас есть личный пруд, ребят. Да, прикиньте. Ман, смотри, какая она офигенная. Офигеть же. Сделай закат, пожалуйста. Я хочу закате тут посидеть. Так, ну, так, тайм сет, это 13 тысяч. Вома. Не, надо же, чтобы поярче чуть-чуть было. Чтобы солнце чуть прям вот подсадилось так. Ма, так никак не сделать. А если, подожди, если сделать 12 500? О. Во. Смотрите, друзья, ну. О-ля-ля. Ма, ну вообще, ну это вилла, друзья, это вообще что-то. Ма-бомба. Ой, на пляже так красиво. Блин, солнце жалко не с той стороны заходит, а с той. Ну да, если бы она бы еще и там бы заходила, друзья. Но все равно, смотрите, как красиво. Офигенно вообще. Что-то мне так захотелось на пляже зачилить где-нибудь. На Бали, например. Так, короче, вот этот мост, он тоже уберется, либо как будет, знаете, такой заброшенный, тут такие стоять будут эти штуки, типа, проезд запрещен, сейчас даже поставлю. Давай, ставь. Ну, друзья, по-моему, офигеть, как круто. Ма, офигеть, нет? Ну, мы столько времени уделили просмотру именно пляжной зоны, хотя мы же сделали еще море-мегамо. Ма, смотри, ну как? Смотри, типа, такие, типа, стоям. Я улетела, я хотела посмотреть уже, что там сделано. Так, сейчас мы улетим, подожди. Лети обратно или телепортируйся. Улети, ма, ну как? Не вспоминай меня, улети. Смотри, тут, короче, зона вон, типа, это, стоять, короче, там обрыв. А, типа, нет проезда. Ну да. Ты тогда и вот здесь поставь, что ты. Поезд поедет, блин? Ма, он не поедет, это 100%. Не поедет? А тут можно такие штуки поставить? Конусы хотя бы. Мало, вот конусы. Оп-оп, все. Все. Закрыты, ребят. Проезд. Так, ладно, проще. Полетели дальше. Смотрите, если мы летим дальше по пляжу, что там дальше будет, короче? Это же всем интересно. Ну, интересно же. Интересно. Ты еще дальше что-то по пляжу? Конечно, вот. Если мы летим дальше по пляжу, здесь, видите, все, тупик, это потом будет все тоже сноситься. Здесь частный поселок для маленьких вилл таких пляжных. Ман, а смотри, вот это ты снесешь, вот этот вот. Это дальше. Смотрите, этот снес просто пол этого небоскреба, ма, ну как? Так, да, это круто, но вот здесь вот нам нужно проработать тогда. Вот тут вот все вот это лишнее. И это все проработаем. Ма, это все будем прорабатывать. Тут все будет вообще челово, офигенно. И потом это все будет дальше, это тоже все сноситься. Здесь тоже будет все пляж, пляж, пляж идти. Ну все, ребят, ждите пляжных серий, как бы сезон летний начался. И мы да, кстати, для лета, для лета, это вообще и мега мол. Ман, смотри, как это, если вот сюда прилететь, как этот пляж хорошо вписывается в город, то есть он еще такой на понижение идет сюда уровнем. Да, пляж ничешно вообще вписывается, я говорю, вот эти домики фиолетовые, рядом с ними пляж, это как будто вот, вот в принципе, ну как-то да, так да, да. Смотрится. Вот эти, как-то так нормально. Вот эти домики тоже еще, вот эта зона снесется, здесь что-нибудь еще будет, короче, сделано. Какие-нибудь виллы, может быть, с бассейнами. Это останется. А этого тоже, короче, снесется. Вот это вот, вот это. В принципе, можно эти дома оставить, но двор как-то обдекорить, поставить бассейн, какие-нибудь детскую площадку еще. Ну да, да. Ну, короче, я тут покумекаю. Ма, ну как, по-моему, круто сделал. А где наши головы, ребят? Мы тоже будем, кстати, вот у нас тут место свободного куча. Можно здесь что-то заделать. Вот прям. Ма, ты около голов, что ли? Да, у башки, у башков. А, ну, здесь по-любому будет. Здесь, короче, друзья, будет кофейня. Тут еще что-нибудь, точно, тут такое человое как бы место будет. Короче, город... Короче, напишите комменты, как вам вообще. Да, напишите, напишите что построить. Что построить, что построить вообще. Давайте. Пожарную, больничку, тут еще что-то много чего. Как вариант, кстати, вы можете что-то офигенское построить, если у вас есть талант к этому строительству. И мы ваши постройки будем внедрять. Только не очень большие постройки. Да, кстати, да. Слушай, кстати, можно реально
место для построек подписчиков выделить и самые крутые постройки ставить, и типа они будут в наших видосах. Да. Прикиньте, смотрите, карта офигенно завершенная. Тут, короче, смотрите, есть гора Майнвуд, и ровно если лететь прямо от горы, вот так вот просто вы летите, вы прибываете просто на пляж к океану. Смотри, ровно от горы просто прямо. Балдеж. Я считаю, теперь карта реально почти завершена. Ну, почти, ну, ребят, ну, как мы сказали, можете скидывать в группу ВКонтакте Евгена Бров в предложку ваши постройки, там, не знаю, ссылочки и так да, далее. Да, только максимально понятно, чтобы было, чтобы можно было возвести, короче, то же самое. Да, ребят, чтобы можно было возвести и строить, наверное, на какой-то определенной версии или не обязательно? А, пофигу на какой. Главное, чтобы модов не было. Пофигу. Главное, чтобы не было модов, ребят. Просто стройте. Вот это вилла, вот эта вилка, мне вообще нравится. Смотри, тут зона барбекю и такой бассейн. Ну тут джакузи. Ну все понятно. И личный пруд. Для кстати, вот, давай немного здесь, короче, сейчас обустроим. Короче, нам нужен тут бамбук. Зачем? Ну, тут бамбук мы должен быть. Тут бамбук будет. Да, он бамбук. Так, а где бамбук-то? Я не вижу, что-то бамбук. Бамбук, ты где бамбук? А, на этой версии его что ли не было? Муа не было что ли? А, тростник называется. Тростник, бамбук. А где тростник? Вот, я дошел уже. Так, ну-ка. О, смотрите. Ма пошло. А ты вверх его построй. Ма, ты скопируй и пусть это делается. Смотрите, друзья, здесь, короче, бамбуковая роща. Мо, смотри, как сразу вообще. Тростниковая, да. Может, панду нам поселим в Венвиву? Да. Панда жить. Да, тут будет панда. Наш друг. Друзья, смотрите, насколько это мило. Ребята, а вы знали, есть работа, короче, такая, которая... Переворачивает панд. Да, переворачивает панд и утешать их, когда они падают. Это мило, по-моему. Ма, ты бы хотела утешать панд? Конечно, они такие плюшевые, прикольные. Но они тяжелые, я бы их не подняла. Я сама вешу, как мешок картошки. Вот именно. Ма, смотри, здесь, короче, три такая ступенька, это. И можно попасть чисто еще на маяк. Ма, смотри, как круто. И тут заброшенный маяк такой. Слушай, ну мне нравится. Тут прям вот очень много путей, дорожек. И, в принципе, можно гулять. Душевно, да. Все рейсы. Здесь... Ой, все, я хочу дискотеку с мамой Мией, с Людочкой, со всеми нашими горожанами. На этой вилле. Да, все, друзья, мы тут все организуем. Смотрите, тут и красиво так все сделано, и тут авеню, и, блин, вообще, мне нравится. Все, запомните эти цифры. Это, кстати, наши любимые, 13-27. Да. Так, Жень, сделай мне футболку с надписью 27. Так, Майнкрафт сделаем. Смотрите, у Людочки, давайте заценим. У Людочки тоже есть джакузи, бассейн. Мы тогда, помните, за ней тут подглядывали? И вот этот домишко. Мне кажется, Людочкин дом все помнят. Людочкина вилла, на которую она копытилась всю свою жизнь, денежки собирала в свой драный кошелечек. Смотрите, хейтит, завидует Людочке, завидует. А чё завидовать этой Людке кошелке? Вообще, на чё она, блин, она нечестная душа. А чё это? Как она выросла, на чём она выросла? Чисто на обмане. Спекуляции, не хочу я с ней дружить. Людочка, у меня на тебя обида потаённая. Ман, слушай, город теперь преобразился. Давайте еще посмотрим мегамолл. Ну, это прям, я не знаю. Мегамолл. Так, я... Слушайте, теперь я буду вдвойне чаще теряться в этом городе. Потому что... Ну, он, кстати, меньше стал из-за того, что там океан. Зона очень сильно уменьшилась. Ну, мы туда даже не ездили, если что. Ну, да, мы так-то по этим районам ездили. А я и в этих районах теряюсь. Ман, ну какой он гигантский. Кстати, знаете, мегамолл есть... В Дубае. Не буду вам намекать, это тоже спойлер. Но, короче... Некоторые поймут этот спойлер, те, кто подписан на Инстаграм. Да, вот Жене. Если не подписаны, то как бы вы не знаете. Ма, ну это... Смотрите, насколько он... Самый гигантский магазин мира, кстати, друзья, если кто не знал. И стрит-фонтан самый гигантский фонтан мира. То, что не знал. Ну, здесь у нас поскромнее чуть-чуть, конечно. Ма, по меркам Майнкрафта тоже. По меркам... По меркам Майнкрафта это тоже большое. Парковка мне нравится. Кстати, друзья, мы тут должны купить, короче, спорткар. А мы можем? Мы можем. Ну все, значит, мы что, берем Порше? Короче, друзья, тут, короче, ну это все в будущих сериях. Пока это такая, знаете, разговорная больше серия, но в то же время она, я считаю, очень важна. Мы город обустроили, это самое важное, да, Ма? Да, ребятушки, и мы поддерживаем ваше начинание вообще в постройках и во всем.
показывайте нам, кидайте фотографии, видео, скриншоты, нам все это интересно, потому что мы иногда натыкаемся на такие вещи. И может быть, постройки. Может быть. Кстати, на 10 миллионов стрим из бассейна. Мастрим из бассейна. Главное, они обсуждают. Да, блин, я что, я не буду. Маза ставим, все. И, кстати, а может быть, мы, кстати, еще просто стрим сделаем в Майнкрафте. Вот, еще. Да. Ну, не на 10 миллионов, чуть пораньше. Может, там на 9 миллионов. Так что, друзья, все впереди. Главное, ждите. Нас не забывайте. Да, нас любите. Да, там лайки, фигайки, там все дела. Поддержите эту серию максимально, если это будет, я не знаю. Ма, тёпайся на пляж. Я тут чилю. На пляж ты туда улетел? Чё так далеко-то? Ма. Смотрите. О, море, песок. О, жить хорошо. Ма, смотри. О, найс, косок. Я не знаю слова этой песни, но мне кажется, там это слово поётся. Ма, нет. Ма, найс, косок, только ты ходишь. Что там поется? Ману потом я тебе скину. Короче, дорогие друзья, смотрите, как круто. Ман, я не знаю, теперь вот этот район, он стал очень душевным. Ты что считаешь? Ну, ребят, конечно, да. Потому что этот пляж находился очень далеко, а сейчас все близко, и я могу чисто ходить здесь и чилить. Да, мы можем чилить, друзья. Это дает больше разгона для серии, больше тут будет персонажей колоритных, больше вообще всего. То есть тут... Да, дофига всего. Я выпила 3 коктейля, и меня разнесло от ананасов. Ма пиноколада. Короче, все. Да. Все, друзья. Друзья, на такой ноте мы с вами прощаемся. И? Чем? И? Всем пока. Все. Всем пока, да, что, да. Прощаемся. Мася лежит в эфире. О, море, песок. Может, хорошо.